Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас разберемся, как выполнять задание номер 81. Укажите координаты точек М, Н, К по рисунку 29. На рисунке 29 расставлены точки М, Н, К и подписаны числа минус 2 и 3. Для того, чтобы найти координаты, нужно сначала определиться, где начало отсчета и какой единичный отрезок. Посчитаем, сколько отрезочков между числами минус 2 и 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 отрезков. То есть расстояние между ними равно 5. Что это означает? Что 2 отрезка у нас будет как раз до 0, и еще 3 отрезка до 3. Получается, что единичный отрезок у нас как раз одно это деление. Поэтому вот здесь 2 отрезка отступаем, это 0. 3 отрезка вправо отступаем, это 3, поэтому здесь получили единичку. А теперь можно вычислить и координаты. Подписываем 2, это есть значение точки N. Далее считаем 4, 5, 6, это будет координата точки К. Влево дальше считаем, здесь у нас минус 1, минус 2, минус 3 и минус 4, это будет координата точки М. Запишем теперь это. Итак, точка N с координатой 2, точка К с координатой 6 и точка М с координатой минус 4. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!